Губернатор Николай Меркушкин подводит итоги года. В четверг, 26 декабря, он обратился с посланием к жителям региона и депутатам областного парламента. Заканчивается 2013 год. Он стал первым на пути формирования нового вектора развития региона. За прошедший год, по словам губернатора, сделано многое, что позволило области занимать лидирующие позиции среди других регионов России. И немаловажно, что в позитивных изменениях в жизни региона активное участие принимали сами жители области. Ключевым звеном экономики области, конечно, является АвтоВАЗ. Сегодня там идут очень важные процессы. По сути, завод создается заново. В ближайшие годы будет инвестировано в развитие еще 180 миллиардов рублей. Завод должен запустить в производство 30 новых моделей. Это значительно больше, чем за все предыдущие 40 лет. И мы в этот очень ответственный период стараемся всемерно помочь заводу. В этом году выделено нами более 500 миллионов рублей в условиях тоже жесточайшей конкуренции, чего не было практически все предыдущие годы его работы. И то, что мы почти на полгода задержали выпуск Nissan Almera, это связано только с нам самими, никакие технологии нам не помешали, а только отношение людей к делу. Регион вышел на новый этап в развитии космической промышленности. А самое главное для нас, Самара на перспективу рассматривается как ведущий производственный и научно-технический центр космической отрасли страны. Самарская область заключила несколько соглашений с ведущими мировыми и российскими компаниями. В следующем году в губернии откроются новые промышленные центры. АвтоВАЗ получит 180 миллиардов рублей. На заводе планируется запустить производство 30 новых моделей автомобилей. Роман Харасов, Игорь Банин, специально для 63.ру.